Мне открылся третий глаз, Дима. Ты что, штаны снял? Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, стаканчик, не он ли он, Серега, Корзик. Скажите классные слова. Всем привет. Сегодня у нас рубрика «Поймай невидимого аниматроника». А почему невидимого? Потому что я буду невидимым, а пацаны меня должны замочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем охотиться на людей. Пацаны, ну что, надеюсь, вы справитесь с этой задачей, потому что мы поставили аниматронику вместо 5000 100 хп, и вы должны мне наизично замочить. Ах ты, да, ах ты, говно, ты там... Мне это нравится, потому что я так понимаю, что я буду с вами охотиться, вы должны меня выловить. У меня, короче, этот сбой программного обеспечения стал невидимым и неуправляемым. У меня цель убивать людей. Стаканчик, слышь ты! CSGO! Да он в CSGO сильно хорошо играет! Читер вонючий! Он специально тренировался целые 1000 лет, чтобы меня убивать сегодня. Так, давайте будем Серегу наблюдать. А, тебе все. Нет. Да, а нет, не все. Еще не все. Так, мне надо сейчас убить стаканчика. Серега, ты реально возле меня прям стрелял пулями, но не попал. Шанс был. Serious M2 пулемет рулит. Так, так, так. Сли... Ну почему? Ну как? Серега, скажи ему, что он плохо играет. Ты хорошо играешь. Ну не надо говорить ему такие слова, меня мочит. Мочит, дядю Дим. Он очень хорошо играет, он прям настреленный, наигранный. Задрот. Наблюдаем, охотимся за пацанами. Отлично. Я должен тебя убить. А, Серега, сделай мне 100 хп, а то у меня 7500. А уже 6500. Ну нафиг, надо валить. Ты задрал своими шарами. Да хорош, Сережка, но они меня сейчас убьют, когда то. Мне это нравится. Где ты, какашка? Я пацанов наказываю. Так, так, так. Слышь, пули прямо возле меня пролетают. Серега, это тот случай, когда тебе будет тяжело меня убить, и я буду за всей серии над тобой отрываться. Давай. Кстати, следующая рубрика, мы будем записывать угадай аниматроника по звуку, и я буду с Серегой переходить и мочить его, и мочить. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, Серега, я сейчас буду за тебя специально бегать, а ты по мне не сможешь попасть. Буду щадить тебя, а то ты сильно легко умираешь. Я тебе сейчас устрою. Не надо Аллахабар. Аллахабар! Ну а что, ребята, ну что, 100 хп. Это же легко попасть. О, я вот тут буду шкериться. Кто будет проходить, я буду мочить. Аллахабар! Да блин, ну дурак. Мне это нравится. Настроение, как всегда, отличное. Надеюсь, мы тоже поднимаем своими роликами вам настроение. Вы сидите и улыбаетесь. И кушаете что-то вкусное. Эй, не туда стреляешь. Догадался, где я был? За дверью. За другой дверью. Я знал, что ты... Я пошел с другой стороны и стал. Фух, 45 хп осталось. Что это за взрыв был вообще? Что за взрыв? Эй, ты что выхватил? Серега выхватил, как меня убивать. Сережа, нельзя! Мне я открылся зал... три. Ой, мне открылся третий глаз, Дима. Ты что, штаны снял? Нет. Со спущенными штанами бегаешь. Теперь ты все видишь? Да. Ай, 40 хп, 40 хп, 40 хп! Ух ты! Слышь, а что такое радиус у базуки большой? А это. Осколочный. А это осколочная, сейчас тебе осколки. Осколочный. На!
Ах ты, не он, Леон! Хорошо, я сейчас буду с другого пака брать. Тебя убили? Да! Допрыгался. Да не только у меня третий глаз открылся. Эй, вы своими третьими глазами? Так. Не знаю, кого взять. У нас тут не так уж много аниматроников, которые невидимо может вставать. А ну давайте, я буду один раунд, я буду видимый. Где он? Ой. Я так прикольно вижу прям через глаз. Ого. А чё так мощно взрывается очень? РПГ. Давай, иди сюда быстро, я сказал. Так. Ого. Не-не-не, всё, я буду невидимым. Это какая-то сильно вахханалия. Я тебя не видел, в чём прикол. Хочешь, что ли? Я тебя не видел. Ты на глаз стрелял? А ну да. Давай. Так. Я увидел твой никнейм и не успел, короче. А, увидел все-таки, да? Да, никнейм. Ну видишь, ты какашка, вылази. Где же ты? Где же ты, где? Сережечка красивенькая. Слышь, не он ли он? Тоже задрот контурстрайсковский? Так, побежал. Мочит меня и мочит. На! На! А, ты что? У вас пули очень больно бьются. Так, 68 хп. А вот теперь я буду играть на крысу потихонечку, не спеша. Да ты задрал! Да как ты увидел? Я не знаю, я от фонаря забыл. А что это за бомба у тебя такая? Это C4. Стайм-код. C4! На тебе, C4! Ну нафиг, я вас в подвале, пацаны, жду. Буду вас в подвале высмыкивать. По очереди. О! Хорошее место нашел. Хорошечное прям. А вот так вот. Вот так вот. Отлично. Мне нравится быть невидимым. Вроде бы можете в любой момент убить, так как у меня всего 100 хп. Но при том вы не знаете, где я. Ого. Серега там решил гаррисмон взорвать. На. Вот это вахханалия творится. Это жесть. Так, а я стою и наблюдаю. Да он в этой комнате. Музыку слышно? А ну давай, выходи, Серега, аж тебя вижу, выходи. Ой, балдеж, да. Вот мне нравится, что вы делаете. Серега, выходи. Молодец. Ой, надо валить. Надо валить. Отлично. Вот пойдет как, а? Ой, надо валить. Серега, ты чё опять там мочишь? 60 хп осталось. 4. W8. Вот это они хотят меня найти. Это жесть. Я перехожу к читерской вещи. Короче, сейчас делаем раунд. Сейчас вы возрождаетесь все вместе. И кто умирает, остается на месте спауна. А мы воюем дальше. И будет у нас решающий матч. Кто же выиграет, аниматроники или люди? Так что, ребята, где? Друг друга не мочите. Где? А вот везде. Первый пошел. Отлично.
Отлич! Ты, кстати, стрелял настолько близко, я думал, ты меня убьешь. Ты почему чуть-чуть. Ты не сдох? Вот так вот. Так что аниматроники выигрывают, я так понимаю. Кто остался в живых? Отлично. Я всех убил? Аниматроники, you win. Или кто-то еще есть? Еще есть. Тихо. Надо челик, бери. Мочи Димку с админского пистолета. Да не надо, говорить ему подсказки. А, стоп, у него же нет доступа к админскому пистолету. А я за ним бегу. Ой, осталось всё 30 хп, я бы проиграл. Ну чё, аниматроники выиграли. Ну что, давайте, выходите, мочите меня. Я так понимаю, можно стоять по центру карты и проиграть. Ну чё, идет, короче, босс. Серега, мне жизни маленькие делать не надо. Но я не буду ставить невидимым. Без админского пекаля. Кто меня выиграет? Чистым оружием. Я иду. Аниматроник, босс. Слышь, я не могу выйти из двери, за то, что вы меня пулями выталкиваете. Алло. Да дайте выйти. Ах ты, жопа морская. Тихо, ребята. Да не надо издеваться сильно. Прекратить огонь. Да он издевается сейчас надо мной. Сейчас будет это наказание. Пожалуйста, не наказывай меня. Накажу. Ну пожалуйста, ну ребята, ну помогите. И кто тебе не поможет? Да ну... Ой, я живой. А, нет. Едички-колотички. Наказание произведено успешно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте, посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай!